Buona Pasqua a Buona tutti, buona Pasqua. Pasqua da familiare. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Скажи, Buona Pasqua, да, да? Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Вова. Чао-чао, тут фамилия и семья. Вся семья в сборе. С Пасхой вас, дорогие друзья, со Святой Пасхой. Чао-чао. Вот это трое. Мы играем в биточки. Мы играем в биточки. Вот это трое. Цигидигидик. Начинаем. Битки. Так. Кто первый? Кипримо. Ио. Папа контр Донате, Донате контр папа. Два контр, я два контр. Noi dobbiamo... No! Sì! Vabbè, dai, primo io. Iniziamo, mamma inizia. Mamma contro papà. Pa, rotto! No, si è rotto! Ah, papà si è rotto! Bello! Devi voltarlo. Rivolti, papà? Dai, rotto. Rotto. Dai, papà ha perso. Rotto! Rotto di uova, rotto! Sì, devi capovolgere. Vuovchina è il suo papà. Adesso tocca a me. Tu no, no, aspetta, un'altra volta. Donate, vuoi provare con mia? Ma dai! Donate, vuoi provare con mia? Sì. Giuseppe, c'hai? Oh. È d'acciaio quello. Rotto è mio allora. Dai, cambia le uova, Donate. Allora prendo super forte. Vai con quello super forte. Ma dammi provare un bel Chi rotto uova? Mamma, che uova hai fatto? Che uova ho fatto? Ti spara, che cazzo di uova? Tocca a me, anche con papà. Contami papà. Ta ta ta. Oh no. Chi è allora rotta? Di papà? Sì. Vai. Tocca a te. Ai, papà tutti e due rotti, guardate, papà rotti tutto tutti, rotto. Due, tutti e due, tutti e due. Tocca alla mamma, contro di ultima. Me. Mamma ha ultima. Oh. Chi rotto? Mamma rotto, e qua? Falla te. No, vabbè. Dai. Campione e nessuno è proprio campione di Donato, campione Donato. Guarda qua, non ha rotto nessuno. Visto che mamma, che uova hai fatto? Visto che sono buono. Io ho fatto apposta per vincere, ma per dare vincere di Donato. Я сделала яйца, как чтобы Донато выиграл. Visto che sono buono, ti do una prova. Так. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Colori più violi sono più forti. Opa! Finalmente. Io di quelli più viola sono veramente. Dai, non è giusto. Ma comunque se vinci te è la vittoria mia perché te l'ho dato. Sì, è vero. Eppala! Начинаем открывать шоколадные яйца, которые в Италии, только в Италии шоколадные яйца делают, да? Так, что ж там положили, как всегда, да? Посмотрим, что они там положили, да? Так. Та-да-дам, там-пам-пам. Открываем яйца шоколадные. Так, ну что же они там наложили, да? А? Вова, а ю ты луи априром? Мой намазан. Си, ну а перке луи не реши априры, сай? Эко, лачи фьюко, бантик. У меня низко там. Ну что ж, как всегда. Там покрепато было. Такие ожидания внутри. Сейчас кончу буду. А си. Ну, а при ты кузи. Это. А видер. Вова, а лаша ква? Ова. Ова, где ква? Мети ква ова. Соль. Да. Ова.
Ecco. Altro, tu che cosa c'è qua? SpongeBob. Fai vedere? Ma apri dopo. Ah, apri, dai, Donato. Aspetta. C'è SpongeBob Copa. Prima яйцо, внутри был этот SpongeBob. Он по-русски так и называется, SpongeBob. SpongeBob. Так, поведи, SpongeBob. Так, что там у нас за SpongeBob? Что надо? Донат, Вова хочет SpongeBob. Отдашь ему SpongeBob? Вот такие шоколадные яйца, дорогие друзья. И там внутри вот такие безделушечки. Ну да. Для детей. Стоят яйца очень дорого в Италии, шоколадные. У Набустина. А внутри... Набустина, но оно относительно дорого. Ну как, 8 евро яйцо. Это 8 евро стоило? А, вот это стоило, может, 7. Ну. А есть еще за 15. Сколько были по оценке? Ну, не знаю, я не знаю. Ой, смотрите, какая штучка. Это потатушка такая для детей. Ну, вот такие вот штучки. Да, это по следующему. Почему это так, альтруова. Так, та-да-да-дам, пам-пам, та-да-да-дам. Какое выбирает Доната? Диблейз. Диблейз. Вот, Блейз. Па-па-па-пам, па-пам, па-па-па-пам. Вова, у него там узел завязался, наверное. Папа, Пира. Та-да-да-дам, пам-пам. Та-да-да-дам, пам-пам. Ну что? Ну. Следующее шоколадное яйцо. Ну, наверное, капатуна. Та-да-да-дам, пам-пам, та-да-да-дам, пам-пам. Вова тебе сейчас поможет его открыть вот этот. Он же куда тавало, говорит, какая-то настольная игра. Ну вот, это яйцо стоило 8,90. Ты представляешь, 8 евро 90. Смотри, это какая игра. А вот какая игра. Там два еще, друзья. Вот я и говорю, шоколад шоколадом. А внутри... Самая главная игра. Хо-хо. Да? Ой, супер. О, боги, что они там положили? Совсем ничего, да? Ну, сироп. Вот как деньги делают на Пасху, на яйцах шоколадных в Италии. Заметьте, дорогие друзья, наштампуют, типа сюрприз внутри, а там ля-ля жужу. А там типа ля-ля жужу, да. Байло, Донату понравилось, да. Так, следующее ово. Аливальтра, Аливальтра. Байкл покемон. Та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та. Джигарди перламамма. Марка ди Борбонезе, дай Марка ди Борбонезе. А, покемона выбрал Доната. Поки-поки, покемон. Поки-поки, покемон. Ну вот, так у нас закончился пасхальный обед. Открытием яиц. Да. Поки-поки, покемон. А, без Вовы никак. Поки-поки, но покемон. Но, мы идем по разу, куда и пап. Да, это нормально. Нормально, мы скачали. Вот, дорогие друзья, сколько денег уходит на эти яйца пасхальные. В итоге мы имеем 3 детали и килограмм шоколада. Покемон. Che cos'è? Una porta telefono. Un парашют, наверное, какой-то или что там такое. Это зачем упал там?
Последняя надежда на самое последнее яйцо. Можно такое семейное попробовать? Вот, делайте вывод, дорогие друзья. Вот такие подарки внутри. Очень да. Оригинальный подарок. Это Дмитрий Чичерей. Это анки-джоки. Туда можно игрушки складывать, да? У нас спортфин. Ой, последняя надежда. Умирать последняя. Последнее яйцо, которое стоит 15 евро. А, 15 евро, 15 евро. Открываем последнее яйцо. Для мамы подарок. Для мамы. Хотя полетучие. Так, давай. Папа, времени нету. Темпо на нас тетта. Фильмино про жира мульту. Доната тетта коза дивова. Oh, questo è gigante però. Speriamo che qua almeno mi sia. C'è una sorpresa. Grandi firme. Grandi firme. Grandi firme. Что там для мамы? Sarà Chanel. Sarà borbonese. Scritto borbonese. Da dove? Da dove? Lei è borbonese. Questa è la B di Bauli, non di borbonese. Che cosa c'è di? La B di Bauli, non di borbonese. C'è un foulard. Un foulard di borbonese. Oh, finalmente. Speriamo che foulard di borbonese. Questo è un uovo che costa 250 euro però. Ma pensate che roba, occhiali, costa un botto di soldi. È un uovo gigante. Последняя надежда, последняя надежда. Ма, борбонезе. Ma non c'è niente dentro. Друзья, борбонезе. Era già tagliato. Marca borbonese, bustina, косметичка от марки борбонезе. Последнее яйцо, которое было настоящим сюрпризом. Всех с праздником! Всех с праздником, дорогие друзья! До новых встреч! Пока! Какой-то барбонезе. Барбонезе, барбонезе. Бустина, козе. Про барбонезе. Бустина и барбонезе. Чао-чао! Бона Пасха! Почему Бона Пасха? Бона Пасха! Бона Пасха! Бона Пасха! Эка, ну надо сделать в школе вот такой красивый портрет его. И такой все он в Пасхе приготовил. Вот и нас донатили. Ciao, ciao!